Заседания специальных рабочих групп Организации Черноморского экономического сотрудничества проходят в Центре подготовки спасателей ЮРПСО в Красной Поляне. Вообще организация ЧС объединяет 12 стран. Но на совещание в Сочи свои делегации, в числе которых и представители чрезвычайных служб, направили всего 4 государства – Россия, Армения, Молдова и Турция. Цель – обмен опытом в ликвидации и предотвращении наиболее опасных стихийных бедствий – землетрясений, природных пожаров и наводнений. Явлений, которые могут стать реальной угрозой развитию черноморских стран. Специалисты, эксперты по каждому из этих направлений делают свои презентации, обмениваются опытом, рассказывают о ошибках, о достижениях и делятся лучшей практикой. Да, у нас действительно 12 стран-членов, но некоторые страны не во всех мероприятиях участвуют, исходя из своих интересов. Сегодня в первый день совещания рабочая группа обсуждала конкретные предложения по борьбе с подтоплениями и селями. Тема весьма актуальная и для Сочи, поэтому международный опыт будет весьма полезен для курорта. В причерноморских странах климатические условия примерно одинаковые. Вот. И все страны представлены в горами, ну, с возвышенностями, вот, которые подвержены и оползнями, и селями, и лавинами, как у нас сейчас наступает лавиноопасный период в Красной Поляне. И мы сейчас призваны объединить, может быть, скоординировать усилия стран Причерноморского региона вот, по вот этим трем направлениям. Заседание специальных рабочих групп Организации Черноморского экономического сотрудничества в Сочи продлится еще 2 дня. В четверг и в пятницу делегации представят свои доклады по накопленному опыту стран в сфере предупреждения масштабных природных пожаров и землетрясений. Будет взят на вооружение и опыт МЧС России. Сегодня наше Министерство чрезвычайных ситуаций по применяемым технологиям один из лидеров не только в странах ЧС, но и во всем мире. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.